предъявить или попросить, что можно сказать? Пожалуйста. Настолько тебе что-то дали, сказать спасибо и так далее, и так далее. Дети самые лучшие манипуляторы, у кого есть маленькие дети, это не просто чудеса манипуляции. Поэтому говорить и разделять нашу жизнь, там, коммуникацию и манипуляцию нельзя. Но можно разделить вот какой-то такой вид общения, который нам не приятен, который вот прикрепили к нему название, как бы вынуждается другим человеком. Один человек вынуждает очень другого делать что-то против своей воли или в ущерб себе.